Чай. Сейчас, мои хорошие. Сейчас, мои золотушки. Вера Александровна Файзулина и сейчас очень энергично. За считанные минуты успевает поставить чайник, накрыть на стол и два раза переодеться. В этом году ветерану труда, кавалеру Ордена Отечественной войны второй степени, исполнится 90 лет. 65 из них душа в душу прожила с любимым мужем и Нетулой Ахмеровичем. Их судьбы всегда были очень похожи. Оба родились в Ульяновской области, оба в 18 лет начали боевой путь и воевали на Втором Украинском фронте. Но познакомились только в 49-м. Он 20 километров прошагал, чтобы меня увидеть. 25, видишь, да, 25 даже. Вот. И ему сказали, что я приехала, вот хотим тебя познакомить с девушкой. И мы все просто посидели с ним всю ночь на лестничке. Ты кто такой, я кто такой, он про свою жизнь, теперь свою жизнь. У него отец умер в 37-м, меня расстреляли в 38-м году. Всю войну Вера Александровна проработала медсестрой. Сначала окончила медицинские курсы, потом вступила в ряды советской армии. Служила в составе зенитного артиллерийского полка 1856, который был сформирован в Куйбышеве. Говорит, профессию медика выбрала по одежке, понравился белый халат. И только позже осознала всю тяжесть выбора. Я видела их без ног, молодых людей, без ног, без рук. Тяжело это, не то, что до войны лежали, долечивались, а живые раны. Мы встречали тех раненых сначала с поезда, санитарных поездов снимали, носили на себе эти носилки, потом укладывали в машины, из машины выгружали. Ее полк прошел огромный путь через Украину, Румынию и Венгрию. Победу молодая медсестра встретила в Будапеште. Вернувшись к мирной жизни, более 40 лет проработала в больнице Калинина. Сегодня Вера Александровна, несмотря на солидный возраст, все по дому делает сама. От помощи решительно отказывается. Но вот установки счетчиков искренне порадовалась. Последний раз платила по 500 рублей. Нас четверо прописано здесь. По 108, считайте, сколько это будет. Я платила. А жили мы вдвоем, я очень рада. Большое спасибо. Мне поставили, я добивалась этой счетчика. А сейчас я плачу. 90, 60 рублей, сколько я там сгорю. Мне это ничего, разница есть. Счетчики ко Дню Победы бесплатно устанавливают всем участникам войны. Новые приборы учета в течение года получат более 1000 человек. Установлено уже на сегодняшний день порядка 70-80%. То есть у нас осталось 150, где-то до 200 человек до конца года. По приборам учета по газу у нас очередь немножко поменьше. Мы для себя даже установили, учитывая, что эти приборы учета мы начали устанавливать только с января 2015 года, поэтому мы для себя установили некий график. Вот в график у нас на первый квартал, то есть как раз до 9 мая у нас попадает 254 ветерана. Большинство ветеранов новые приборы учета установят до праздника Великой Победы. Оставшиеся участники войны обзаведутся счетчиками до конца текущего года. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.